Как сегодня развивается пожарная служба? Что является самым сложным в работе пожарных? Есть ли какие-то устоявшие обычаи у пожарных? Смотрите программу «Город С» 29 апреля 18:15. Гость в студии – заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Самарской области, заслуженный работник пожарной охраны Самарской области, полковник внутренней службы Александр Аникин.